Вот осенняя линия нарисовал, здесь вот этот какие-то там Конверт. кусты, камни, вот самолет бы прошелся бы там пушкой, почистил бы это дело. Хорошо. Ну, если будет возможность. Если не будет, Обязательно, ГБУшка обязательно. отработает дома точно. То есть, это без вариантов, надо отработать. Зеленку и камни тебе нужны. Мы, кстати, можем, в принципе, Паша, в смотри, камнях в любом случае кто-то будет. репит, смотри, ты Да. можешь вот что сделать. Ты со своего Waypoint 3, браво, можете Новая три. высунуться, да, высунуться и смотреть в сторону юго-запада на соседнюю вот эту гору. Там, когда самолет будет лететь, они все-таки вытащат свою жопу с этой трубой, она там будет маячить, и вы будете просто постреливать по ним. Это и предполагалось. Да. Если нас не снимут с горы, мы где-то Да. там, в принципе, и будем. Постреляли, если вы постреляли, то оттуда снимаетесь. Самолет уже к тому моменту, я думаю, зачистит уже. Главное, чтобы Возможно, ДВшка была. я думаю, нас Труба будет очень на много месте. положат в квадратах, они заминируют в Да. квадрат. Если не дураки, то смысл минировать гору нет. Они заминируют Да. дома в квадраты, Нам думаю. главное зайти в город, потому что на горах нам мы просто все сдохнем. У нас нет столько людей, чтобы так вот растягиваться. Да, там потом будем уже спускаться, соединяться, работать. Есть же такой А шанс, что у них труба будет на юго-западе, там, где гора есть. что Гора будет? Труба Труба? будет на юго-западе, там Ну, гора тоже есть. на колесные там есть этот джигит перекат. Нет, Не если там тоже переносная. ПЗРК они могут пойти на ту гору, то тогда мы до них дострелить не сможем по 2 километра. Нам Да? туда нечего делать, они нас не увидят оттуда с 2 км. Нет, ты сказал, Полтора что трубу километра искать. прорисовка в одну сторону. Нет. Потому что они могут самолет там считать, оттуда, с Ну, ПЗРК. Кэль, тебе, наверное, Вот. заходить лучше с юга будет. С гор высоких вниз, ГБУшку кидать и за гору уходить над САС. Скорее всего, так А будет. ему в хвост дубаснут. А в Во хвост как вышки. раз типовые аушки будут уже работать. Они не А, смогут ее. Они да. даже, если увидят, будут Теплухи наводиться. есть. Нуклер, Он к тому ну моменту блин, снизится и все. воздух взял, должен работать. Да. Заметьте. В общем, без вариантов, ГБУшка Ловушками должны полностью. упасть. Если не упадут, мы там просто можем в этом месте все подохнуть. Поза прорисовка на 3 это диаметр прорисовки. То есть в одну сторону ты 1,5 км видишь. Так, ну все, мы готовы, да? Это как правило в игре даже так. 10 км ставишь, Мы 6 км в одну готовы? сторону. Да. Не, вопросы есть кого-нибудь по плану? САС? Найн. Это Да. въезжать в город как пешкадралом или прям туда Нет, в въезжать машине. пешкадралом? Все Вы в там к машинах. Все в домам во машине. двор куда-нибудь загоняете машину, чтобы вам в спину никто, если даже вы мимо кого-то Ребята, проехали, он вам бежит к вам, догоняет, вы высаживаетесь к вам, залетает, вы его принимаете. главное не тупите. Промахнулись с машиной, высаживайтесь. Не пытайтесь вырулить. Промахнулись с двором, там не надо назад сдавать, Да. заруливать. Сразу выходите. Машина, вот в город попали, машина вам уже не нужна, все. Бросайте ее. И метки на себя регулярно, Именно, пожалуйста. да. Ну и нуклеир, смотри, первый квадрат северный мы будем захватывать, а вот все нижние, южные, юго-западные, скорее всего, ты можешь спокойно, меток если нет, там дома все обрабатывать вообще нет. И деревья все там эти ближайшие. Главное, короче, где думаешь, может сидеть кто-то? Там на склонах, на камнях. Я думаю. Дави, мочи, вообще не обращай внимания. Смотрю, есть каменная гряда на юге. Там, где да, идет после не точки ниже, но каменная гряда идет. Ну все, поехали. Да, вот в том месте. Channel switched. Так, у нас медик есть? А, я медик. А, пусть тебе надо скинуть рюкзак. У меня рюкзак есть. Мне он не нужен. Ну давай. А если тут есть медикамент? Ну давай. Он должен быть. Я А сейчас ты найду. где? Я вот сзади. А, вижу. Бери. Кстати, не лагают, заметили? Ну, я и не видел раньше, чтобы лагало. Нет, вот реально прям меньше Да? лагать стало. Это вот я просто стою, смотрю в землю, у меня 43 кпс. Сколько?
43, если уже 51. А тогда вот у нас 30, если вот так здесь, ну тогда 38. Слышь, брат? У помощников пулеметчика забирайте. У помощников пулеметчиков забирайте это. Че? Ой, эти самые. У нас всех машин. Бинокли, собаки. Бинокли. Блин, а здесь моих-то нету. А, вон они, по-моему. Стоят. Все, я готов. Можешь побегать, пока остальные собираются. Так. Так, бинокль это забрал. Сас, на связи? На связи, на связи. А бинокль обязательно возьмите кто-нибудь, чтобы у вас машина же не стреляющая, чтобы видеть куда. Светлана, на репит. Да, да, да. Мы вам помогем эти организовать Г-36 с оптикой, у кого нету ее. Нужно? Да нет, у нас что, у меня есть. Не, у меня и оптика, и это. Только если позе. Да, зачем я тебя буду прикрывать на горе? Ну да, ближний бой. У нас, в принципе, в основном ближний бой. Окей. А, только эти, в ящик... У вас здесь КП у кого-нибудь есть? Price. Там просто в ящиках до хрена аккумулятивов. Прайс. Кстати, а нафига мне КП, если мне нет? Все, машину взламываешь, репит. Без футок вообще не перемещен. Вон 4 автобуса. Кока-кола. Кого-то первый раз, да. Репит тобой... отходил, если что-то спрашивали, повторите. Мы с тобой на грузовике поедем? Нет, мы с тобой едем на... с Пашей на вот этой хрени. А потом? Потом пешком? Потом пешком побежим, да. Ну, поменьше все-таки шуметь будем. Все-таки. Не так шумно там добежим, ничего страшного. Слушай, а ты не знаешь, вот эта ерунда у меня, это М4А3 АКОК GL, она не настраивается дальность? Нет. По мушке только, ну, в смысле, поэтому да. По рисунку стрелять, там, блин, пипец задирать на 1.5 километра, когда дубасить. Ну, в принципе, мне не надо на 1.5. Ну, а нам что, нам главное их так обстрелять, чтобы они подсуетились. Все. Где Паша там? А, ребята, по машинам. Вспомнишь, по машинам. Кто за... У нас все уже схвачено, садимся. Позем на пассажирку. Да-да-да, уже. Так, точки стоят? Точки стоят. Не, реально FPS прибавилось прям вообще. А за счет чего? А я, ну, на сервере я и ботом отключаю все. Ребят, ехать. И а, делаешь это их тупыми? Просто да, объектами? Да, давайте вы вперед едете тогда. Да, я хорошо, ехать, понял вас. Поехали, поехали. Все, отстрел выехал. А я не понял, вот это исчезло, нет? А я не видел. Сас, у вас рядом боты стояли, они исчезли, да?
с ними на частоте, что ли, на ихней? Слушай, okay. Надо тоже настроить. Да, да, да. А рация какая? У нас браво. У нас браво 137. 137 у нас. Не, просто меток нету. Я позже зашел, да, я понял, похоже, я отрезал. У нас 137. А тут скопировать карту можно же? Не, она не скопируется, скорее всего. Так, РМУ что делать? С хамиком идти основным атакой? Или пойдет на гору с тобой, ребят? Я под ствол и прицел. У него что? А он с нами едет? Да. Да, я с вами в группе. А у тебя что за ствол? Я под ствол, прицел снайперский. Еще есть ЦЦОшка, я взял. Это счет ствол. Давай с нами. С тобой репит, да? Да, да, со мной. Сейчас я посмотрю, сколько. Ты давай реши, короче, остается спитер, я остаюсь в хамвике. Еще кто остается в хамвике? Никто больше. Зачем больше? Слушай, а ну тогда я остаюсь. Отлично. А что такое? Мысли. Я-то не думал, что у нас еще кто-то будет. Сейчас я подумаю. Координируешься? Чтобы видеть, у меня бинокль есть. Угу. Чтобы смотреть. Вот, а потом, если что, вы меня выбросите, а я в гору подтянусь к своим. Окей. Okay. Платы открытые были только у вас. Следующие, поэтому. А, ясно. Рэм, ты успел взять из ящика кумулятивные ГПшки? О, у меня хрена там под 50 штук. Понял. 4 человека у них, да. РМ с нами будет. Нужно дома хорошо чистить будет. А чё взял? ГПшки коммунистики. О, ради зашел. Да ты чё? За, да, кого? За кого? Ну было бы удивительно, если бы он за них зашел. Ну, чем и нет. Ну да, сколько там уже, 20-кой? Не знаю. Ну, скоро вылетят, скоро прибудем, минуты через 3, наверное. Не будет же мы. Не знаю, что мы, кажется, торопимся. Нет, у нет. 30 минут еще. Ну, не 30, а уже 21 минута. Меня упрекают, что я залипаю, так что нормально едем. Нормально едем. Все нормально, лучше посидеть немножко, повтыкать. Мы сейчас на точку приедем. Ой. Это спитер. А, это спитер. Спитер с нами? С нами. Магия. Видели эту магию? Налево, налево не забудь. Я вот про это и говорю. Вот он так будет ехать, по нам будет стрелять, а стрелять будет не по нам, а стрелять будет просто по землю. Я могу остановиться и поехать обратно в это время. Спитера надо в танк сажать на водилу. В танк неуязвимым будет. Вот я вот даже не заметил, как сквозь машину прошел. Сквозь нас машина проехала. Ну вот так во вторую машину и попадут, если че. Ладно, попаду, да. Это знаешь, комбо на джойстиках Mortal Kombat, когда чуть потерюсь назад. Никак я не могу, короче, за сотню выйти. Даже до сотни не доберусь никак. Сотни чего? Километров. На велике. Задачу никак не могу выполнить. А надо? 100 километров это много. Блин, сегодня думал, но что-то опять не получилось. А зачем? Просто цель жизни? Про цель жизни. Да нет, просто. 80 как бы покоряется несложно, а уже в соседний город съездили. Да-да. К бензоколонке. Ну, подойдите, что 100 километров, и что, и потеряешь цель жизни? Зачем? Ну, будет уже 150. Направо сейчас. Не-не, прямо. Ну, прямо, но право потом будет. А, прямо, да. Я думал, она перекресток уходит. А GPS есть, я вижу. Рати у нас, okay. Чё он зашел, он как? Почему он вообще, зачем? Скорее всего, он вообще нигде, потому что был бы убили, все. А. Только нигде. Ч,
Человек и кошка смотрят в окошко. За гору не заезжай. Здесь? Дальше, дальше. У знака, по-моему. А, хорош. Сейчас дальше поехал. Да-да-да. САС, в районе Фирузабада, там оставайтесь внутри. Принял. В позе РМ, в принципе, могут со мной бежать вдоль дороги, по правой стороне. Так, это САС, метка на нас есть, и ожидаем хамвика. Понял. Принялся. Репит, нам ехать к САСу? Нет, вы сперва ко мне подъезжаете. Принял. Сейчас подъезжать или еще стоять? Сейчас я смотрю, ждем команду. Понял, стоим, ждем. Давай, Паш, подъезжай ко мне. Фози, РМ, там руками помашите, чтобы они ко мне подъехали. Репит, если вижу кого-то докладывать, не стрелять? Да, если видишь, не стреляешь... Пуск! Слышно. Вышли из машины. С юга было, или показалось? Хаммер, прием живой, что за взрыв? Непонятно. Да, по нам отработали, непонятно откуда. Скорее всего, было с горы, с южной а Хаммер, горы. А живой у вас, вот нет? Вот, гора, непонятно. В пустоту стрельнули. Били где-то с юга. Да, хаммика колес нет. Медик нужен? Запасных тоже нету? У меня мотив колёк. Паш, запасных нет колес? Ну, одно максимум. Вроде есть еще. К машине не подходите, сейчас может что-то опять полететь. А он, ну, получается, просто навелся, что ли, не видя, ну, цель? Это же лок на технику автоматически. Также помнишь, понял. Что Матюси, когда там на авианосце стоял? Да, я понял. А САС, это отстрел, у нас два колеса, по-моему, выбито, машина не на ходу. Пойду сейчас проверю, сколько колес машины, может... Ну, нам да, Паш, проверь. Одно колесо, да, конечно, вообще осмотрел. Стойте, ждите. Ребята, не бегайте все по горе, вообще не надо. Принял, ждем вашей команды. У меня есть G36 с оптикой, автомат, пулемет. Ну, значит, машина у нас потеряна, да? Ну, я одно колесо прикручу, правда, не знаю, зачем это делаю, но... А там два колеса не хватает? Четыре. Три нужно колеса.
Теоретически. САС, посмотрите, у вас сколько колес есть. На базе и хамвик на базе. Сейчас проймет, а то нам хватит колес. Сейчас САС посмотрит, сколько у них колес есть. Больше одного вроде бы везде. Но нам еще три или еще два? Еще три, сейчас проверю тоже. Да, еще три надо. Фози, ты где? Судя по всему, четыре. Фози прямо здесь. На связи, ребят. У нас 4 колеса. Хорошо, отправляйте их к нам. Ребят. У них 4 колеса сейчас приедут, отправят к нам. Понял, пусть в этом городе остаются, потому что на склоне на том, на южном. А, только вы в городе оставайтесь, на южном склоне враг. Он лочит своей херней. А, внимание, значит, дал меточку на врага дозорного. Визуально его наблюдал. Имейте в виду. Паш, так, дал уже метку на врага, имейте в виду. А, везите на waypoint 1, 100 пол, туда. Ты его засек уже? Да, я визуально вижу, он стоит как олень. Может, вы можете Понял. Даже пострелять с машины, которая не на ходу. Между сисек про... А, да, между сисек. Он ушел за дерево, по-моему. Так, стоит. Нам привезут, да, колеса? Да, да, колеса привезут. Хорошо, ждем колеса. Паша, а вы со своей позиции видите вообще гору? Можете, допустим, если мы пойдем сейчас с Фози, это прикрывать нас? Слушай, ребят, у меня такая идея появилась. Я сейчас залезу в машину, заведу двигло, Фози отбегает от машины, и пусть на эту ловушку пускают остальные ракеты. Потому что если мы сейчас починим, запустим, по нам опять прилетит, но это будет некрасиво. Давай, давай. Отходите от машины. Заодно точно определим, где он. Отбегаю. Как-то он нас застрелил, по сути, значит на горе где-то стоит на этом. Ну не факт, что это джигит, но может быть какой-нибудь бот игрок с одиночкой. Есть бинокль на горе. Куда примерно смотреть-то? Ну вот Репит там дал метку дозорные на карте. Это район не спадающих вправо деревьев, там камни, прям над камнями. Там последний кустик наверху, прям на перешейке. Не последний, а рядом с большими этими. Маленький куст. Короче, над большим камнем он лежит. Самый правый большой камень. Где зеленка. Вниз спадающая. Направо. На 200 не камень, что ли? Нет, просто понимаю, что... 250 с моей позиции. Вы меня видите? Нет, нет. Паша, машина уже заведена? Да. САС, что там с колесиками? Ну, грузим, сейчас человек выезжает. Хорошо. Паш грузит, а они будут выезжать. Паша, ты видишь этот самый... Вот этот перешейк, вообще гору видишь? На 240.
240, которая от наших мест? Да, да, да. Да, вижу. А на 250 вот между сисек этот желобок. Камни где, камни? Там зеленка вниз спадает на горе. Вот, не спадающая зеленка направо. И там камни. Да, вижу, куча камней. Да, 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 вот над большим камнем маленький кустик. И метрах в 5 с левой стороны от этого кустика вот, лежит человек. Вот если ты видишь, в принципе, можешь туда пошмалять. А мы, в принципе, наверное, можем идти на гору, раз ты ее видишь и можешь нас прикрыть. А САС приедет, поменяйте колеса и уже, собственно говоря, будем дальше по плану действовать. А, репит, Паш, ты видишь с пулемета или с винтовки? Да, да, с машины надо, чтобы видно было. От большого камня справа, да? От большого камня вверх. Там прям кустик один, единственный, вверху, на горизонте. Маленький браш, он прям за ним. Репит, с машины не видно, машина приехала сюда точно. Видно с винтовки только если, а там вот цель небольшой. Что-то я не особо не наблюдаю пока. Ну, САС уже едет, меняйте колеса, мы пошли вниз. САС, аккуратней, близко не подъезжайте, колеса выгружайте и уезжайте обратно с этой позиции. Подъехали, да? Паш, да, они колеса выгрузят и уедут, вы и меняйте. Уедут, понял, да, да, да. Значит, мы РСРМ и МСФОЗИ пошли в низину. Понял. Все, давайте, группа гора, выходим. Вниз к дороге и по правой стороне дороги идем. На 220, видимо. Все понял. Неспешным бегом, обычным. В общем, не вышел. Не меняются? Багануло, пропало три колеса. Два, вернее. Печалька. Ну, мы можем ехать очень медленно, у нас есть два зоны. Ну, попробуйте вытянуть на горку, чтобы хотя бы нас прикрыть подход, а потом придется вам с нами соединяться. А, нет, вам придется уйти низом и САСу подключиться. Прием, вам еще колеса нужны? Да, очень же, у нас багануло. Оно никуда не едет, ребята. Там принесут же вам еще колеса. Нам и надо бы через 5 минут уже позиции занять на вейпоинте 3 и вейпоинте 2. Так, пока нет, я быстренько до туалета сбегу.
РМ, давай вот здесь где-нибудь пока постой. Спаси горизонт, мы чуть выше подымемся, к нам подтянешься. Окей? Понял. Хорошо. Польза вперед. Она за тобой. Саса, у вас бинокли есть? Оптика что-нибудь? Повторить прием. У вас оптика или бинокли есть? Точно. Репит, мне передохнуть. Хорошо. Прием. Да-да-да. Сас, у вас оптика есть? Ну, говоришь, да. А, ну я не понял, не расслышал. А можете чуть-чуть выдвинуть пехотинца с оптикой, пускай он на гору почекает, на которую мы идем. Да. Ну вот в район дозорный туда, вот, чтоб мы, пока нас Паша не может прикрыть, там занят немножко, вот что-то. Человечек, который ведет колеса, потом будет смотреть вашу гору. Да нам бы, чтобы он сейчас смотрел. Так он уже там подъехал, он разгружается, по идее. Просто наш сейчас подниматься, пока будет еще дольше. Мы же в низине. Ну, ясно, ясно. Да нет, он пускай тогда колеса выгружает. Вот, и уезжает. Кузя отдохнул? Да, можем идти. Да, на связи. Предлагаю бросить эту хрень и нам идти к вам на подмогу. Или к Сасу лучше. Идите к Сасу. К Сасу. Понял, идем к Сасу. РМ, давай к нам подтягивайся. Ладно. Я уже с вами позади.
мелкими перебежками от укрытия к укрытию. Все, переходим на шепот, но враг уже рядом. Приблизительно 240. Впереди нас большой камень, вот за ним где-то он был. РМ паси сторону на 275-280. Не убегай, высоко, высоко забираешь. Горбить нам и ожидать еще? Начинайте выдвигаться, сейчас скажу куда. На В1 точку выдвигайтесь и в рассыпную от машины. Принято. Группа гора, давайте к камням чуть глубже заходите. Озеро. А, двигаемся. Пешим, 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 ходим. Враг был вот за большими деревьями на 250, у маленьких кустов наблюдал. Вот дозорник, который... Так, репит, прибыли на первый вейпоинт. Все, ведите дозор на ведите дозор на это, САС, на перемычку сисек. Мы сейчас будем из-за камней выходить. Если есть пулемет, приготовьтесь стрелять, если видите. Район дозорный. Все, мы начали движение. Поза, левый план прикрывай. По левую сторону иди, туда смотри.
Давай, давай, ко мне, Фозя, ко мне и налево смотри, сзади, на камни эти, которые вот, куда смотришь, тебе... Я уже к камню лево. Не надо к камням, не надо к ним, к чертям поганым. Рядом, рядом, 10 метров максимум, держитесь от меня. Все, вокруг просматриваем. Так, Фози, у тебя задача взять рацию этого Талибана и послушать. Если будут молчать, выбрасывай ее. Репит на связи. Репит на связи. Мы видели, как вы зашли за склон, больше наблюдать вас не можем. Нам продвигаться дальше. Нет, ожидайте. На выдвигайтесь на вейпоинт следующий. Поза заканчивает, двигаемся на 300 куст туда. РМ, давай туда. РМ, задача осмотреть гору на там 260 от предмет противника. Поза, твоя зона все так же остается. Тыл присматривается, левая сторона. Принял. Нет, летает, нет, летает. Понял. Говорит САС, приехали на второй поинт. Паша, вы с САСом соединились, нет? Да, соединились. Хорошо. В районе вертушки вижу, возможно, мертвое тело лежит. Не знаю, есть здесь такие или нет. Уточнить, может маркер какой-то поставить, мы посмотрим. Отметки САС на юго-западе, скорее всего, гора 2451, вот это вот, которая юго-западе. Понял, понял, САС, понял. Ее, по-моему, ракета пошла. Точно не уверен, но возможно. Ну я там не вижу никого. Понял, все. Самолет на связи? Привет. Спасибо, что живой. У меня уже мало боеприпасов остается. Я процентов 60 в городе уничтожил. Давай да. Начинай вход полностью обрабатывать, чтобы ребята начинали входить. Район ГБУ.
плотно накрывая, и подступы к нему, вот зеленка, как Паша говорил, зеленка. Я по Игорю уже там северный очистил, сбомбил. А, Паша, давайте, начинайте входить. Группа «Гора», сейчас будем обходить через северо-запад и поддерживать наших сверху. Давайте отходим на северо-запад. Принял вас. Гора, давайте на плато, спускаемся на плато 230. Паш, по вам сзади не работали? Паша, сзади по вам САС не работали, то есть чисто проехали. Это нуклир, ухожу на базу. Топливо кончилось, снаряжение кончилось. Паша, прием. Паша, прием. А, репит, по нам не работали. Мы зашли, и подлад захвачен. Повторяю, это самолет, топливо кончается. Принял, принял тебя, Наплер, блин. Сажусь на базу, я к вам. Можешь бросить самолет, катапультироваться. Никак нет. Твой район это спереди, справа, Фозис, спускайся вниз с правой стороны горы, подключайся к нашему. Понял. САС в тыл к вам своего Фозио отправил, соединиться, у него близкое оружие, Лавренч, так что сейчас подойдет к вам. Паша на связи. САС, прием, прием, САС. Репит, это данный канал, ухожу. САС, прием. Да-да-да, правильно. А, есть кто-нибудь в окне? Кто-нибудь маячит в окне у вас? А, я стою в косяке, прием. Попробуй подвигайся. Я ушел оттуда. Спроси, кто-нибудь в окне маячит, нет? Ну, мы... А, смотря какого дома. Вот я сейчас метку смотрю. Дадим, не могу. У нас пока ДВХ нету, Брайс, это ум. Сейчас дам огонь рядом. На связи? По вам бил, нет? Нет. Нет, куда себя ставим. Репит, репит, стреляй. Все молоко вообще, мимо. Так на горе ты лежишь, да? Да, сейчас метку дам. Так, это Фозис свой, с севера к вам подхожу. Стрельба, по мне, по мне, по мне. Это гора. Свой.
ребята, свои. С гор кто-то бегает. Свой, что ли, на горах бегает? По горе бежит кто-то, на горе. Ушел на высоту. По нам с гор. На северо-востоке, на горе бежит по горе. Пулемет крупняк по нам работает, по нашему дому. Откуда? РМ, на частоту этого САСа переходи. Противник 40. Вы слишком растянулись, ребята. Да понятно, мы залипли, тут меняли сзади. Медик. Уходите, выбирайте новый квадрат. Противник на 40 от нас. На горе? Дали. Бежит в нашу сторону, как мы ехали. Все, ушел, не видно. Сзади? Нашего направления? 40. Нет, уже 30. На 30 бежит налево, куда, откуда мы ехали. На горе или? А, окей. На горе, да, 30. Так я вижу, на горе лежит пулеметчик или нет сейчас? Нет, он не лежит, он бежит. Нет, я вижу, кто-то лежит. Бит. Слышишь, бит он к тебе. Да, лежит на горе. Я вижу. Вовремя. Ох, ребят, вы бы знали сейчас, как весело было у нас все. Да. Сейчас РМа прилетит. У нас на респе свои мины убили сквозь забор. Ой, молодцы, а то 9 на 17 вообще перебор. Да, они там все запучковались в конце. В спину с ученых зашел. Он на этой сидел на горе, где дозорный. Нет. А, это ворон, ну тогда что? Че удивляться? Это кто по нему так? По-моему, Блэки. Он туда, куда шмурит и заходит. От сектора отхватывает все. Два. Ха, ты что, добили, Паш? Да. А ворон негодяй. Кто? Да ворон, обошел. Ворон, рандомщик. Да. G36. Угу. Так, что у них там по плану было? Ну я как, в общем, метку поставил, где там что-то было, откуда прилетел сам самолет, вернее, нам прилетело на машинке. Вот там сидит Бонзай с Гонзат, как я понял, и Грин. Да. Прям практически, слушай, я метку прям поставил, практически это там, где они стоят.
Банзайде? Да. Тут метка, видишь, там практически на них точно пар. Ну, относительно. А-а, ну да. Мы не учли то, что ракету можно пустить по этому не видя контакта. Да, но... да, да. Это я не учел. Да я тоже как-то обратил внимание. Так, а что у нас по потерям? Человека 3, наверное, 4. Угу. А у них? Не знаю. Один точно. А кого я унес? А, я Маверика. Четверо мертвых, 17 должен оставить. Точно, можно фильтровать же и. Вернее, мертвых. Маверик, наверное, обиделся, что я ему сказал. Надо укомплектовать. Пришел к врагу. А, не, слушай. Мальборо. Вру, я же Мальборо там принял. Жордани тоже прилетают немножко. Откуда у них оптика? Там этот разбитый вертолет и ящик. А, да. Кто-то там посуду бьет. Ух ты, как РМ прилетает. Что-то серьезное. ДШК. А, нет. Блин, это какой-то что? А ему нормально. Да нормально, о нем сейчас ворону доложит и в спину. Шмальнет. Он с РПГ что-то решил занять. Двор весь положить. На. Это ворон? Да. А куда он стрелял, непонятно. Ну по ворону тоже работает, я смотрю. Ой, там что-то уже это... Блэк Госта что-то близко. Ну и с оптикой, конечно, здесь нуклеер немножко переборщил, по-моему. В плане? Ну, имеется в виду обороны. Ну, да. Возможно. Они, по идее, должны сидеть в домах, в кустах и этих задач. А с оптикой они могут на горы лезть какие-то там, что-то снайперить. Ну, парочку СВДшек. Да. А у них тут что? Вот я смотрю сейчас, Аздоник с GG-36. А Джордан, что, у нас воздух прилетел, что ли? В смысле воздух? А, не, да что-то там, или на гору что-то. Джон с оптикой. Да, Маверик, ПКМ. Аркадий с ПСОшкой. Слушай, они все с оптикой. Степ Ту с М200, короче, пулемет. Хатап с фанфалом хоть нормальный. Интересно, вот нормальный. Ворон заметит нашего снизу, там, видимо, нуклер идет. Да.
Нуклеру сейчас люлей-то вставят. А, он без ничего, что ли? Слушай, ну он слышит его. Частоты есть, чё же он... А Брон не видит? А РМ уже все ранен. А, наверное, не придёт сознание, скорее всего. Что-то делает РМ. Что делает? Мёртвый лежит. Дергается. Кусты у меня проросли из спины. Крыльями да. Как мальчик. Ну, нуклеер, если с меня возьмет пулеметик, будет нормально. Так, а кто там с Дэнгустом рядом? А, Дэн Про. Работает по нуклееру долбит ворон. Ничего себе машинку у творога. Да-да. Ох. Да, тяжело. Угу. Ну, знаешь, если бы у них оптики не было бы, нам было бы, в принципе, по балансу нормально. Да, выстегивают оптикой очень. Да, ну, опять же, сегодня так, завтра это. Да, конечно. Вопрос, а мы будем потом меняться сторонами, имеется в виду вот это то, что... 19 на 9? Да-да-да. Ну, а так, мы, по... виду... а так мы получится, что мы опять дитером будем за ту сторону, за талибанов. У Саса мало прошло, да. Я просто к тому, что то, что предложил Тимок, мы это будем... Или мы пока уплотнение просто отрабатываем? Давай уплотнимся. Да. Не все сразу. То есть пока эта схема не работает, занимать как угодно, да? Чего не работает? Вот эта схема со сменой сторон, да? Сейчас, мне кажется, рановато еще. Со сменой сторон. У нас нет, понимаешь, состава. Вот с кем, допустим, отстрел играет? С САСом, с БЕ или НГ. Ой,